помощь семьям мобилизованных, решение социальных и жилищно-коммунальных проблем, а также юридические консультации. С 14 октября в Одинцовском округе активно ведется помощь семьям мобилизованных. О важных мерах поддержки рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов. Хочу отметить, что за первые дни работы нашего центра к нам поступило более 150 обращений. И в телефонном режиме, и те, кто приходил в центр на личное общение. Самые популярные категории, с которыми обращаются люди, это денежные выплаты и вопросы образования. На них приходится половина всех вопросов, с которыми мы работаем в центре. На сегодняшний день 14 детей мобилизованных граждан уже зачислены в детский сад. 88 человек освобождены от выплат. Кроме того, 271 школьник обеспечен бесплатными завтраками и обедами, а 55 ребят получили право заниматься в кружках и секциях за счет бюджетных средств. Еще одно важное направление – помощь на дому родителям бойцов и ежемесячные выплаты. Ежемесячная выплата мобилизованным будет зачисляться на карту МИР. Выплаты будут проходить с 10 ноября по 20 ноября. Далее денежные средства будут приходить между 10 и 20 числом каждого текущего месяца за истекший период несения службы. Что касается региональной единоразовой выплаты в размере 200 тысяч рублей, как я уже докладывал ранее, также будет эта выплата зачисляться на карту МИР проактивно, без заявлений, без посещений банков или специальных служб. Работа с семьями мобилизованных граждан ведется проактивно, так как помощь необходимо оказывать, не дожидаясь обращения граждан, подчеркнул Андрей Иванов. Каждому посетителю используется индивидуальный подход. Обратиться в центр поддержки можно как лично по адресу город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, так и по телефону +7 495 181 9003. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцово.